В нашем городе лыжероллерные соревнования проводят с 2007 года. В этот раз бороться за награды будут около 100 спортсменов из разных регионов России. Лыжная база ждет участников из Нижегородской, Пензенской, Московской областей и Республики Мордовии. Саров представят воспитанники «Шор-Атом». Трасса, в принципе, имеет 3 подъема, 3 спуска. Максимальная скорость, которую развивают спортсмены, это 60 км в час. Конечно, те, кто, скажем так, приезжает первый раз, есть определенные трудности, есть боязнь все равно трассы, но ребята приспосабливаются и проходят соревнования на достаточно хорошем, высоком уровне. Самое сложное – это погода. Самое главное, чтобы не было дождя. Остальное – это все подготовка ребят, подготовка спортсменов. Лыжники приедут со сборов, которые проходят по всей стране. Воспитанники Саровского «Атома» недавно вернулись из лагеря «Лесная поляна». Регулярные занятия – неотъемлемая часть их подготовки. Участники усиленно тренируются 1,5 месяца, чтобы к соревнованиям быть в лучшей форме. Спортсмены выйдут на дистанции в 5, 7,5 и 11,5 километров. Соревнования у нас начинают всегда самые юные спортсмены – это девушки. Они бегут 2 круга по 2,5 километра, соответственно, это 5 километров. Дальше уже идет категория женщин. На юниорке, девушки, это 3 круга, дистанция 7,5 километров. И завершают наши соревнования, это юноши, юниоры, мужчины. Здесь уже 5 кругов они бегут, дистанция 11,5 километров. Победителей и призеров наградят дипломами и подарочными сертификатами. Все желающие могут прийти 20 июля на лыжную базу и поддержать спортсменов. Церемония открытия состоится в 10:30, после чего участники приступят к забегам. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.